А растяжка спины – это широчайшая спина. Беретесь за любой предмет широким хватом. Если тянете правую сторону, значит правую ногу заводите за левую. Это рука в натяг, а это отталкивает. Самое эффективное – это динамическая. Динамическая растяжка – это когда вы делаете рывками, а статическая – это когда натянули и держите. Вот вы натянули спинку, и прям такой прогиб получается, и в натяге еще продергиваете. Раз на 8 дернули, потом меняем сторону, эту рукой тянете, а этой отталкиваетесь. Еще раз повторяю, какую сторону тянете, ту ногу назад. Взялись и этой рукой отталкиваемся, а той тянем. После каждого упражнения на спину желательно тянуться. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был ваш личный тренер Загат Владимир. До новых встреч, пока!